Заседание Высшего совета Московской области провели в Доме правительства в Красногорске. На встрече представили итоги рейтинга 50. Это лучшие муниципалитеты региона, которые стабильно высоко выполняют показатели в рамках указа президента. Химки заняли почетное второе место. Глава городского округа Дмитрий Волошин рассказал, благодаря чему удалось добиться таких высот. Большая работа, очень сложная, была проведена нами. Мы делали ее вместе с правительством Подмосковья. Работы в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. В этом году было отремонтировано в Химках 713 подъездов. 53 двора были благоустроены. 38 дорог было отремонтировано. Было около 9 тысяч ям ликвидировано суммарно в муниципалитете в течение года. Также Химки – один из лидирующих муниципалитетов, где созданы комфортные условия для предпринимателей. 3000 новых компаний зарегистрировались в Химках в этом году. Вдвое больше создано рабочих мест. Власти Химок намерены улучшать показатели и стремиться к первому месту в рейтинге 50.